5323 материала, более 1,5 миллионов просмотров, почти 255 тысяч читателей по всему миру. И эти все высоты только за полгода. Ровно 6 месяцев назад, 11 марта в 11 часов дня и 11 минут у Амурской службы новостей появилась собственная интернет-площадка. 11 сентября сайт празднует свою не первую и явно не последнюю значимую дату. В чем секрет успеха и что в планах на ближайшее будущее, расскажем прямо сейчас. Мы выросли только потому, что у нас работают хорошие люди, которые, ну, даже не так не хорошие, а работают профессионалы, которые понимают, что они делают. И они абсолютно разные, и вот в этом, наверное, их плюс. И у нас есть один, скажем так, человек, который может в любое время дня и ночи сорваться, поехать на машине куда-то там, пофоткать какую-нибудь там аварию, или вдруг что-то где-то случилось, переехать черти куда, чтобы сфотографировать этот вот. Но самое главное неоспоримое преимущество в том, что каждый из них свою работу любит. Скажем так, мы на этой работе, на SN24, ну, наверное, ни у кого из нас не бывает случая, когда мы просыпаемся и от мысли, что мы идем на работу, мы хотим там повеситься, условно говоря. То есть, а такое было раньше. Как бы, на SN24 у нас вот этого нет. Потому что мы сейчас хотим, ну, сделаться немножко другими, чем, скажем так, наши коллеги, работающие в том же поле. А мы сейчас думаем над тем, чтобы давать на нашем сайте контент и, скажем так, такой интерактивный сервис, который нет нигде больше по Амурской области точно, ну и, может быть, по федеральному округу или вообще по России мало где представлены. Рассчитываем, что это привлечет аудиторию.